классный матч и по антуражу, и по развитию событий получился. Каким он был для вас со льда? Ну, тяжелый матч. Наверное, хорошо, что важный третий период был для нас. Это как-то небольшой тест, наверное, я бы сказал. Хорошо, что забили, повели, но удержать счет не смогли. А Абулиты — это лотерея. Да, мы с Данилом Башкиром как раз о Абулитах разговаривали. Немножко нельзя с этим компонентом. Он сказал, что надо расслабиться, раскрепоститься. Как сами считаете? Да, в Абулитах что главное? Забить гол и не пропустить. Если это будет получаться, то, я думаю, побежать начнем. А как вообще, уже несколько матчей подряд играть в составе, как самочувствие, как адаптировались, как работа в звене в новом? Ну, пока работа идет, расслабляться рано, еще много работы, и мне есть на чем добавлять. Я имею в виду в том плане, что насколько проще стало выходить на лед в плане эмоциональном? Ну, конечно, с каждой игрой чувствуешь себя более комфортно. Я не так много игр провел, поэтому для меня сейчас, как для опыта даже того же самого уверенности, это хороший... Хорошая тренировка, я бы сказал. Хорошо, что играю, и поэтому так. Часто игроки говорят о том, что необходимо короткую память иметь после таких матчей, однако сегодня, наверное, есть что положительное после этой игры. Вот о чем можно сказать, что все-таки хорошее сегодня было? Ну, как бы короткая память, не короткая, это все равно опыт, любое поражение, любая игра. Там надо искать плюсы и минусы исправлять, а над плюсами работать еще лучше.